Подари мне автограф Дэнди, а. Витян, привет тебе из Архангельска, вот мой вклад на Скади, чмок тебя в писю, братан. Спасибо, спасибо. А меня чмокнешь? Блядь, братан, ты знаешь, как меня достало до Скади, блядь? Тебя только Натаха, блядь, чмокнет. Да. Жека, ебать! Ебать, Жека, что-то реально зарофлил. А тут в чатике опять крылья свои расправили павлини, ребята начинают. Я надеюсь, Натаха не смотрит стрим. Сори, Натаха. Да смотрит, смотрит, куда она денется. Извини. Кто есть Натаха? Коза. Бодина это. Чего? Заткнись нахуй, чмо. Да, блядь, я вижу, у нас настрой именно на победку. Я ведь оно написал, что я по этому поводу думал, когда вы меня заинвайтили. Парни, у меня уже слотов в инвентаре нету на шмотке, ёбаный ты в рот. Что-то Натаха поделал мне. Это что такое? Артур, я вчера очень сильно пригорел, чтоб ты понимал. Он там стоит. После фразы «С вами играть серьезно или по фанчику?» Что ты хочешь? Я говорю, будем играть или нет? Если да, Ты зря это сказал. Ты просто зря это сказал. Ты на StarLadder никогда больше не приедешь. Я тебе отвечаю, нахуй. Ты тупо вылетаешь сразу, нахуй, блядь. Это пиздец. Так говорить, блядь, это ну его нахуй. Артур, еще раз такое скажешь, нахуй, на 50 сантиметров меньше станешь, блядь. Ты понял, нахуй? Тебя подрежу, блядь. Не страшно, все равно буду выше тебя. Подрежу. Слышь, ты, блядь, сопель, нахуй! Артур, блядь, что это за овны пошли? What the fuck, мазафак? Блядь, сука, колобок смеется, блядь, Бодян, успокойся, блядь. Нахуй вообще. Иди пизду лежи, блядь, сука. Полежу тебе, нахуй, хочешь? Что это, блядь, за self-fobut next level, блядь?